Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, заберем здесь с тобой награды. Использовать три ускорения, совершить сделку. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас там по сделкам. Доступно. Так, одну карту поменять не хочу. ДНК на очки доверий. Тоже, я думаю, что не стоит этого делать. Тропиогнат. Нет, откажусь. Ну вот здесь можно. Доллары мне нужны. Так, все вроде бы, да? Погоди-ка. А, это регистрация нужна. Понял. Использовать ускорение. Принять ПВП сражение и открыть наборы карточек. Три штуки. Так, ну что, давай перейдем на события и посмотрим. Эволюционная борьба. Защитить свою территорию. Саламандра 16. Это у нас босс, я так понимаю. И дрожь земли. Вот теперь сиди и думай, что начать делать. Так, по территории что у нас тут? Блин, наверное, нужно проходить это событие. Ладно, попробуем пройти. Тупуксуара, Тираннозавр и Тираннодон мод 2. Значит, что нам здесь понадобится? Возьмем Апатозавра. Сюда мы возьмем Нундагазавра против Тираннозавра. И против Тираннодона я, наверное, возьму Анкилодока. Ну что же, давай посмотрим, кто кого. Мне не нравится у него тираннозавр 40 уровня. Он может мне тут, конечно, все подпортить. Ну что, начнем, наверное, с атаки. Сразу же Тупуксуари звезданем. Да, у него здоровье, конечно, тут обалдеть сколько. Он будет сейчас меняться. Так и есть. Вот это плохо. Ох, еще и атакует. Да... Урона получили мы прилично. Ну что, звезданем тогда получается? Или как? Давай атаковать. Но он сейчас опять же поменяется, друзья. И я так думаю, будет урон очень жесткий по нам. Птеранодон. И атакует. Почему-то я даже не сомневался в этом. Хорошо. Давай сделаем вот так вот. Есть смысл атаковать? Наверное, все-таки я сделаю вот так. Ты посмотри, как у меня облапошил, а? Так, меняет. И, соответственно, сейчас две атаки применяет, верно? Одну. Тогда еще поживем маленько. Так, пора его, наверное, убирать отсюда. Что-то он тут раздухарился, я смотрю, этот тираннозавр. Раз, два, три. Раз, два, поехали. Так, в топку. Ну что, выходит у нас Тупуксуары. Какие намерения? Одну атаку, наверное, сделает. Три! Серьезно? Ну тогда извиняй, парень. Тогда извиняй. Сколько нам нужно? 1700, да? Поехали. Ай, промахнулся я. Ладно, ничего страшного. Сколько будет сливать? Опять 3. Ну тогда все, извиняй, парень. Блин, единственное, что у нас с тобой здесь вот маловато будет. Так, короче. Раз, два. Раз, два, три. И вот так. Уничтожили. И Птеранодон мод 2 появляется. Что он будет здесь предпринимать? Вот меня что интересует. Неужели пропустит ход? Нет. Тогда все, крышечка тебе, браток. Что я могу еще сказать? Ты раскололся. Поехали.
На тебе. Все, друзья мои. Честно говоря, я думал, что мы здесь проиграем. Уже как бы все. Немножко даже отчаялся, но, как видишь, все вышло очень даже хорошо. Два поединка еще впереди. Тираннозавр, стегоцератопс и опять же тираннозавр. Ну, здесь, наверное, сделаем проще. Берем диплотатора. Придется, наверное, нондогазавра еще откатывать. 118, твою ж налево. Ну, а против этого можно взять Таниколагруса. Ну что, поехали. Будем смотреть. В принципе, диплотатор, он хорош. 876 к атаке, как ты видишь. Что тут опять за эти у нас появляется? За артефакты, а? Ну-ка. Неплохо, да? Сразу половину здоровья сняли. Даже если он поменяется, я не знаю, ребят, сколько он будет атаковать нам. 550 это мало. Мы, естественно, с тобой тоже поменяемся и возьмем очки дополнительные. Ну, что ты будешь делать? Меняется, естественно, ребят. Меняется. Ага. Так, ну, Дагозавр. Выходи, пожалуйста. Раз, два. Раз. Вот так сделаем. Неужели будет меняться? Да? Меняется? И ничего не делает. Слушай, дай-ка я, наверное, рискну все-таки. Все сольем, посмотрим. Вау. Шикарно. Ну что, тебе, парень, придется сколько слить? Три атаки. Блин, ну у него, ребята, 7 очков действий. Неужели он поставит 4 защиты? Мы в прошлый раз с тобой убедились, что он это может сделать. Поэтому я предлагаю сделать следующим образом. Вот так и вот так. Ха-ха, ты посмотри, а. 4 защиты поставил. Ну тогда, парень, тебе по ходу дела крышка. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, ушатываем. Ну и остается тираннозавр. Какого? 40 уровня. 1600 здоровья. 6 очков действий. И что же он будет делать? Он все сливает, прикинь. Он все сливает. У меня же диплотатор. Он сейчас его просто перекусит, как дровишку. Глазом не моргнет. Ну, это был его выбор. Выбор, естественно, был очевиден. Поэтому победа здесь за нами. Прекрасно. Ну что, ребята, двигаемся дальше и смотрим, что нам выпадает в третьем поединке. Выпадает мастодонозавр, тираннозавр и акантостега 35 уровня. В общем, здесь нужно брать два летающих плюс рептилия. Или же... Ну да, делаем так, так. Ну и, в принципе, можно взять даже Раджастегу, либо... Нет, диплотатора, хотя... Как вариант, можно было бы, но я все-таки возьму Таниколагруса. Поехали. Так, первый у нас ходит птеродактиль. 1353 к атаке. Нифига, ребята, он мощный какой против рептилий. На тебе. Он сейчас сразу шуганется и будет вызывать тираннозавра, поверь мне. Вот сразу же. Ну что, я ведь прав? И атаку. Ну, конечно же, ему нужно сделать атаку. Срочно меняем. Срочно меняем и делаем... А что мы делаем? Бонус? А выгодно ли нам это будет? Нет. Сейчас посмотрим. Меняет. Вот как ты решил, да, сделать?
Ага. Ну что же, тогда нам придется опять поменяться. Он сделал одну атаку, да? По идее, у него нет очков действий, поэтому мы его сейчас быстренько можем с собой просто уничтожить. Раз, два. Окей. А Контастега отдуплился, и у него мастодонозавр. Но он поменяется, скорее всего. И тиранозавр. Ты гляди-ка, что вытворяет. Все на слив сделал. Хорошо, мы с тобой атакуем. И, наверное, сделаем следующим образом. Вот так вот. Бабах. Сейчас посмотрим, что будет тиранозавр предпринимать. Вообще ничего не стал делать. Очень интересно. Тогда, наверное, все-таки я буду атаковать по полной программе. И, похоже, ему крышка. Да, да, друзья, мы победили. Я сам, честно говоря, не очень был уверен в этом, но победа есть победа. Колесо призов, поехали крутить. Да ладно. Ну-ка. Ребята, какая-то легендарная карта. И это кранозавр. Ну, кранозавр у нас, не знаю, к счастью, наверное, есть, да? Чё ж, жаловаться, как говорится, грех. Давай я, наверное, сразу его поставлю активироваться на вывод. Кранозавр. Так, где это у нас? Вот он. Нам как раз не хватает, чтобы сделать эволюцию. Так, открыли наборы карточек. Так, ускорение потратить. По поводу еды, где у нас хапчик с тобой? Вот здесь. Угу. Так, а мне не хватило, да, по ходу дела? А мне не хватило потратить еды. Потратить. Так, здесь у нас что, эволюция закончилась? Чуть-чуть не хватило. Совсем капельку. Ну, можно сделать что, ребят? Можно завершить вот в таком режиме. Забираем. Поместить. И прокачать. Ну, вот так-то оно будет лучше. Теперь забираем здесь награду. Здесь ПВПшка будет немножко попозже. Собрать три мода. Что у нас еще тут осталось? По событиям давай глянем. Так, эволюционная борьба, саламандра и дрожь земли. Ну что, посмотрим на саламандру на эту. Это, по идее, рептилия, да? Против нее, конечно же, очень хорошо будут заходить наши летуны. Поехали, глянем хотя бы на этого босса. Ох, ё-моё, ты глянь, красава. Ничего не скажешь, сразу с атаки начнем. На 608, неплохо. Что ты шипишь, а, саламандра? Шипит мне там. На тебе. Ну, сейчас звезданет, конечно же. Купит, купит специальные очки действий. Раз, два. Давай тоже тогда будем копить. А потом как ударим, как под Полтавой, да? Со всех пушек. Ты посмотри-ка, а? Что утворяет? Раз, два, три. Раз, два. Сейчас, по-моему, моего Эдиоморфодона сметут отсюда. Тебе так не кажется? Ага. Не тут-то было, парень. Ну что, давай по полной зарядим тогда уже ему. Этого достаточно или нет? По идее, должно хватить. Есть.
Ну что, уровень 2, саламандры. Сейчас будет психовать, лютовать. Здоровье, ты сам видишь сколько. Ну тут-то понятно, вырубил. Такс, давай смотреть. Ну, тут все, ребят, нужно сливать. На тебе. Уровень 3. Он еще злее становится, ребята. 323 атаки. Сейчас все звезданет. А мне нечем бомбить, к сожалению. Могу только сделать так. Раз-два, раз-два. Что он будет предпринимать? Наверное, тоже пропустит ход. А, нет, атакует. Ну что, сливаем всю атаку. И по идее, да. Мы доходим с тобой до 4 уровня босса, но, как ты понимаешь, здесь мы погибнем. Тут нам уже не вытянуть. Ему нужно всего лишь 2 атаки сделать. А он все 5 сливает, прикинь. Но, тем не менее, до 4 уровня дошли, в принципе, без проблем. Битва продолжается. Да, конечно, продолжается. Ушатал моего. Так, 17771, ну неплохо. Потратьте 10 очков на существ категории блок. Нанесите 1000 единиц урона. Можно, конечно, вот этим позапариваться, ребята, но у меня все-таки арена. И я хочу поиграть на арене сегодня. Именно в событиях. Вот она, дрожь земли, друзья мои. Самое начало, как говорится, самый смак. Поэтому начнем с самых-самых простеньких динозавров. И в данный момент у меня будет выступать Ютарептор, Рамфоринг и Каритозавр. Поехали. Кто тут против нас, сейчас покажут. Надеюсь, никакие бизоны. Колобуринг, Ютараптор и Трапегнат. Ну, в принципе, меня устраивает такой расклад. Мы сразу же убираем отсюда Колобуринга. Моментально просто вот чпок и нету. Дальше я думаю, что Ютараптор тоже для нас не проблема, потому что у него первого уровня, а у нас, как видишь, 20-го. Ну что ты там шипишь? Давай, ходи. Бей, рискни здоровьем. Так, он не рискнул, ребята. Он не рискнул. Что, давай вот так вот сделаем. Возьму я себе дополнительные очки действий. Ему нас просто не пробить. Как бы он ни старался, не получится у него. А вот мы сейчас ему вмажем по полной программе. Если он сейчас не будет атаковать, то я боюсь, ему на следующем ходу будет крышка. Все, ребят. Он сам подписался под это, так что извиняй. Готов. Так, и остается у него кто? Трапиогнат. Со своими 17 атаками. Несмотря на то, что он 4 уровня. Я бы на твоем месте лучше бы атаковал бы. Как говорится, на дорожку. В принципе, он правильно делает. Но пробить вряд ли пробьет. Но все-таки хоть что-то сделал, а не тупо простоял в защите, да? Конечно, этому не помогло. Но... достойно. Ладно, друзья мои, сейчас мы с вами, наверное, будем буститься, потому что сегодня первый день арены. И, как известно, у нас первый день очень быстро и продуктивно идет. 48 позиция на выжившие лучшие 25% игроков. Так, будьте добры нам рулеточку. А на рулеточке что-нибудь хорошее дайте, пожалуйста. Ну, дают еду. Ну что, двигаемся дальше. Здесь, я думаю, что не особо усилились противники, если честно. Поэтому можно, наверное, взять такой расклад. Афиакадон, Аэротитан и Насута Цератопс.
То есть я взял хищника, я взял летуна и я взял травоядника. То есть под каждую группу практически. Можно было бы, конечно, еще и рептилию взять. Но смотри, диплодок, тодзя и гигантозавр. В принципе, это очень даже хорошо. Давай начну, наверное, с атаки. Нормально. Так, диплодок, что будет делать? Атаковать или меняться? Меняться нет смысла, но он меняется, ребята. Оу, на гигантозавра. Еще и атакует. Еще и убивает. Ну что, твою налево, я только сейчас увидел, что у него 32 уровень. Вау-вау-вау, тихо. А как же мне быть? Тут я, по ходу дела, сфейлился. Я что-то подумал, что здесь... А, так у него все, смотри, 37-й, 24-й. Вот оно что. Блин. Ну не получится у меня пробить. Раз, два, раз, два. Интересно, будет бить или нет? Все, нам крышка, ребят. Хорошо. Немножко недооценил противника. Точнее, на самом деле, я даже не знал, какой тут будет противник у нас. Тридцать второй уровень. То есть, грубо говоря, взял меня на уровне. Подколол. У меня намного слабее. 10-й, 20-й, как ты видишь, тут вообще там второй уровень. Только на этом и подловил. Ладно, будем впредь аккуратнее. Этих мы слили, ничего страшного. Поверь мне, это не жалко. Ну что же, поехали тогда. Берем Кулазуха, раз он начал там такие уровни брать. Здесь возьмем, наверное, с тобой Гуанлунь, пускай будет. И, наверное, здесь нам пригодится еще летать. Так, можно взять сарказуха, в принципе. Нет, шунозавра возьмем. Давай посмотрим, что он там против нас выставит. Кулазух, Гуанлунь и шунозавр. Ихтиостега, Эриопс. Твою налево. Опять легендарки и опять у него тут Иритата 40 уровня. Ну давай с атаки начнем. Так, нам, наверное, нужно бить шунозавром, скорее всего. Ну давай, что ты там пыхтишь? Пропустил тупо ход. Как скажешь. Возьму защиту. Неужели поменяется на Иритатора? Твою дивизию. Их тестега паршивая, а ты посмотри. 40, 40 и 40. Мне не хватит, да, чтобы его пробить. Не хватит, к сожалению. Как тут быть-то тогда? Эриопс, 91 к атаке. Сейчас зажмется, ходить не будет. Ходить не будет. Давай сделаем так, раз-два, раз-два. Посмотрим. Твою дивизию, блин. Знал бы, бомбил бы. Сколько будет сливать? 6. Ну тут пробьет, конечно, ребят. Нет, тут фейл. Опять проигрываем твою дивизию. Набрал, блин, редких легенд тут навзял. Почему у меня, как назло, ни одной рептилии, ой, ни одного летающего нету, а? Скажи мне, почему не взял?
Ну все, тут крышка нам. Да. Арена что-то не задалась у меня. Не могу никак предугадать, понимаешь, его действия. Хорошо. Давай начнем тогда играть по-крупному. Алангозавра берем. Скафагната. И... возьму, наверное... Птеронод... Нет. Давай возьмем Саркозуха. Сейчас посмотрим. Неужели опять я не попал, а? Да что ты будешь делать-то, а? Капразух у него стоит первым. Ну, меняем тогда, что делать-то? Ну, он тоже, естественно, будет менять. Давай, давай, не пыхти так. Меняет, естественно. Еще и атакует. Так, давай, Алангозавр, выходи. С удара выносим этого хмыря. Иди отсюда. Пахицератопс. А, Пахицератопс. Угу. Ну давай, давай, что там будешь сейчас? Меняться обратно, да, на своего рептилоида? Конечно, будет меняться, ребят. А что ему остается делать? Ну, атакует тогда сразу, не хочет. Атаковать он меня почему-то отказался. Ну-ка, проверочка. Я понял, он, друзья, решил взять усиленную атаку, наверное, да? Ну, тут, конечно, пробьет. Если сольет, сколько ему? Три атаки надо слить. Ну, а Алангозавр его уничтожит. Тут уж, как говорится, извиняй. Но все равно как-то напряжно, да? Поединки проходят. Все равно напряжно. Так, мы, наверное, перейдем с собой в следующую лигу, скорее всего. Давай глянем. Угу, мы с тобой уже в охотниках. 78 место. Так, крутим. И получаем с тобой хавчик. Продолжаем наши баталии. Так, предлагаю взять Ютирануса. Даже не знаю, может быть, Птеранодона взять. Кстати, вот этих вот двух скафагнатов нужно объединить. Ладно, возьмем Эрликозавра и Диплотатора. Погнали. Сейчас посмотрим, что нам тут выставят. Какой счет. Ну, давай Травоядника первым. Нет, Зухамим, Стегоцератопс и Дарвиноптер. Вот такой вот подход. Меняться, что ли? А я не буду. Смотрим. Так, ну что ты там делать-то, собака? Атакует. Атакует. Как лучше сделать-то? Прижучить его, что ли? Раз, два, раз. Вот так вот я сделаю. Идем на риски. Ну? Ты смотри, что творит, а? Вот это да, друзья мои. Вот это он выпендрился. Так, ну-ка быстрее меняем. Да что за... Раз...
давай так вот сделаем. Блин, как эта полоса, нафиг она здесь нужна? Стегоцератопс. Мне кажется, он будет меняться все-таки на дарме. Ну вот, короче, на этого летающего. Зашибись, да, полосочка? Как приятно через нее смотреть. Ты, блин, серьезно, что ли? Так, сколько у тебя там? 762, да? Раз, два, три. Вот так вот попробуем. Ага, в топку. Так, ну что же, вот он. Дарвиноптер. 308 к атаке. То есть в любом случае ему приходится потратить 2 очка действий. А у меня здесь эрликозавр. Ну все, ему крышка, ребят. Давай, эрликозавр, выходи. Сколько у нас? Отлично, то, что нужно. Чтобы его ушатать. Рви. Ну что же, вот как-то так у нас получилось. Ну все, 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 все. Успокойся, успокойся, выиграл. Молодец, красавчик. У нас все меньше и меньше динозавров остаются, друзья. 9-я позиция. Угу. 12500 монет. Так, Сараджастега, Уэрхозавр. Ну, попробуем, короче, сыграть следующим образом. Возьму... Нет, тиранозавра не хочу. Карнораптора. Слишком слабенький. Короче, возьмем нундагозавра. Дальше возьму пеликанептерикса и стегоцератопса. Практически иду с козырей. Потому что, ну... Сильнее этих пока у меня никого нету. Ох ты. Ёк-макарёк. Но дагозавра здесь нужно беречь как зеницу ока, потому что здесь два хищника, как ты видишь. С этим, наверное, бесполезно драться, да? Возьму бонус. Суперзавр. Он тоже ничего не стал делать, я понял. Продолжаем тогда. Кто кого перехитрит? Блин, у меня здесь ни одного хищника нету. Почему я не взял, а? Раз, два. Три. Раз, два. Давай, колись уже, а. Ты посмотри, а. Так, меняем. Раз, два, три, четыре. И возьмем защиту. Ну что, сейчас он, скорее всего, возьмет какого-нибудь из хищников. Сам решил атаковать. Серьезно, блин? О-оу. Ну, зато он все очки действий слил, да, получается? Так, ребят. Вот, сделаем таким образом. Раз, два. Раз, два. Поехали. Так, здесь в топку выходит альбертозавр. Со своими 170 несчастными атаками. Ну и что ты сделаешь? А ничего он не стал делать. Мы с тобой сделаем следующим образом. Берем пеликанептерикса. И просто на свой страх и риск. Раз, два, три. Раз, два. Так, чутка не хватило прибить, но ничего страшного. Но
сколько будешь сливать? 5. 2 очка действия, ребята, он оставил при себе. То есть отсюда делаем выводы, что нам нужно сделать. Раз, два, три. Раз, два, раз. Вот так вот. Замечательно. Тут врубаем. И выходит последний. Это кто у нас тут? Тарбозавр. Слушай-ка, по-моему, ему здесь уже ничего не сделать. Ну что, рискнем? Рискую, ребята. И риск оправдался. Я уже просто подумал, а если он возьмет 4 защиты, тогда мы его не пробьем. Но нет, все у нас получилось. Ну что, я так понимаю, у нас, наверное, еще на одну битву осталось динозавров. Мы приходим с тобой в хищники. Это 5% лучших игроков. Но опять же, объясню, ребята, это на бусте. Потому что только началась арена, поэтому здесь очень быстро занимаешь нормальные места. Завтра или даже через пару часов тебя отсюда скинут, как я не знаю кого. Беру Раджастигу, беру Уэрхозавра и возьмем, наверное, Уннезавра, что ли, взять. Или Митриакантозавра. Не знаю, давай возьмем Тираннозавра. Если сейчас он возьмет здесь кучу рептилий, вот их вот, то мы сфейлимся. Нет, более-менее нормально. Но смотри, 17-й, 10-й, все легендарки. Все, друзья мои, легендарки. Ну что, звезданем для начала, да? Несмотря на то, что это травоядник, ты посмотри, ребята. Довольно крепкий травоядник. Надо завр. Будет меняться, скорее всего. Меняется на Барионикса. Ну что ж, давай потягаемся, посмотрим. Что он тут сейчас сделает? Будет бить, скорее всего. Да ладно, пропустил ход. Слушай, я, наверное, сделаю вот так вот. Я поменяюсь. И сделаю вот так вот. Тираннозавр у нас здесь получается как разменная монета. Сколько будешь сливать, парень? Четыре, отлично. Так, значит, у него остается одно очко действий, да, получается? Ну, этот, понятно, не завалит его. Одно очко действий, значит, нам нужно следующим образом поступить. Так, так, так. Раз, два, вот так. Угу, отлично. Этого в топку. Мегалозавр появился. Ну что, будешь атаковать или нет? Воздержался, понимаешь? Раз, два, три, раз, два. 6. 6 очков действий у тебя. Как поступишь? Только не говори, что ты сейчас опять не будешь ничего делать. Вот, вот это устраивает меня. Очень даже хорошо. Ну что, поехали. Ну-ка, размаживаем по стеночке его. И кто там у нас выходит? Надозавр. Сейчас мы с тобой поменяемся на Уэрхозавра.
И будем просто фармить очки действий. Не получится. Не получится, друзья мои, ничего фармить здесь, к сожалению. Ну что, попробуем его пропечатать. О, да, детка. Иди сюда. Вот и все. Напряжно было, не спорю. Но, как видишь, результат отличный. Блин, 28-я позиция, друзья мои. Неплохой результат, но, как всегда, мне хочется пройти выше. А не могу, почему? Потому что нету больше динозавров. И вот это вот меня напрягает, постоянно нету. Нехватка какая-то у них. Так, здесь забираем. Значит, что нам нужно использовать в сражении, понятно. Давай тогда моды соберем. Моды соберем за... за хавчик, наверное. Ну что, эхо, давай нормально что-нибудь мне подкинь, пожалуйста. Ну, мог бы и оставить, а? Наборчик-то, чё зажал-то? Или ты подумал, что он мне не нужен? Он мне нужен. Так, единство. Окей, главное, что задание я выполнил. Ну что, пойдем теперь в канозойскую эру. ПВП, ну да, ПВП. Раз, два, три. Ну это стандартный, ребят, подход. Три разных вида животных. Берем, естественно, самых сильных, которые у нас есть. И либо выигрываем, либо отгребаем. В данный момент, я думаю, мы выигрываем. Ну что, начнем потихонечку. Начну с атаки. Ну, даже если он на кого-то поменяется, ничего страшного не будет в этом. Да что ты будешь делать? Артефакты эти прям вот выскакивают во время игры. Ты смотри-ка, взял защиту, а? Ну и что ты там елозишь? Что ты там елозишь? Все равно тебе крышка. Нормально. Припечатали. Элла Смотерий. 105 к атаке. 5 очков действий. Не пробьешь в любом случае, как бы ты ни старался. Не хватит тебе пробивной мощи, браток. Вот так вот ты сделал, да? Раз, два, три, четыре. Готов, парень. Ну и остается Дэдди Курус. Мастер Йода вышел на тропу войны со своими 87 к атаке. Нет, 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 ничего у тебя не получится. Даже не думай об этом. Ну что, пропечатаем. Так, ребят, сегодня еще у нас должно быть драконы всадники Олуха, да? Там новое событие должно быть. Так что после игры пойду туда играть. Ну что, крутим. А, там же еще за рекламу можно разочек крутануть. Что выпадает нам? Еда. И еще разок крутанем. Заберем с тобой денежку. Ну что, забираем ежедневный наш пак. Чем порадует? Дикие водопады. Вот и все. Вот и все, что он мне дал. 95 очков доверий. Это я все забираю к себе. Так, а теперь давай посмотрим, что мы можем с тобой заказать. Так, ну здесь вроде бы все стоит. 5 часов и тиранозавр мод 2 у нас появится. Так, мы можем сделать с тобой эволюцию. Кого поставить? Кого нам поставить на эволюцию? Вот в чем вопрос. Тодзю, Стегу,
Да нет, что-то хочется такого нормального. А сколько у нас стоит Афиакамим? Ой, ёк-макарёк. Ты хочешь сказать, что у нас ничего нету? У нас тут Трицератопс. Трындец какой-то. А Кеца у нас с Птеранодоном, да? Ну, Птеранодона ты сам понимаешь. Мне в ближайшее время не получить столько, сколько нужно. Аллозавр. Аллозавр. Слушай, а он с кем у нас гибридом делается? А ну-ка. Бананогномиус. Так-то прикольно, но где я тебе столько бананогномиусов возьму? Тем более это легендарная карта. Саркозуха тоже не получится ничего. Да, вообще, ребят, какой-то облом. Карнораптор. 7000 ДНК, да вы серьезно? Ну, ты там, по-моему, вообще за 9000 зашкаливаешь. 4600, даже не могу нондогазавра заказать, прикинь. Их тестега. Ты-то как, сколько ты стоишь? Берем. Пускай хотя бы их тестега будет выводиться. Спинозавр. С кем? С Ютараптором. Оу. Слушай-ка. Спинозавр. Так нам надо прокачивать тогда. А он еще есть у нас? Есть. За ДНК мы можем его выводить спокойно. Ну что же. Кажется, мы нашли с тобой, кто у нас будет следующим гибридом. Главное не забыть. Ребят, если что, напомните мне, да? Спинозавр, гибрид с Ютараптором. Ютараптор у нас с тобой. Слушай, а у нас Ютараптор не прокачан. А куда же я... Подожди, у меня же был 40 уровня он. Или Ютараптор это у нас вот... Димитродон. Слушай, а у меня же есть ДНК, да? А, у меня всего лишь 230, а нужно 1700. Понял. Ну что, друзья, на этом на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.